Привет! Сегодня я хотела поделиться с вами вот таким тотером маленьким. Это мне на Новый год заказала младшая дочка на Озоне. Шло, конечно же, с Китая, шло долго. Замечательный светильничек, с ним шел вот такой шнурочек. Вот, очень милый, атмосферный, серенький. Сзади у него есть кнопочка. Вот, кнопочка. А светильник заряжается и может работать стационарно. Вот. Еще у него светится зонтик. Такая маленькая прелесть на светодиодиках. Невероятный, красивый. Она знает, что я фанат творчества Хаяо Миядзаки, а Тоторо, естественно, мой любимейший персонаж. Зонтик умеет двигаться немножечко. Поэтому ребенок заказал мне вот такой атмосферный подарок. Шел, конечно, подарок очень долго, больше месяца. Возможно, из-за того, что все-таки новогодние денечки были, очень много было заказов, вот, но дошел он замечательно, хорошо упакованный, вот, ну, сами видите, что он довольно-таки такой пузатенький, крупненький, вот, я прям очень счастлива, и эта прелесть мне вот сейчас освещает мою мозаику и помогает мне ее собирать. Ссылку я оставлю, но я думаю, не только на Озоне можно его найти. Вот, стоил он на тот момент 800 с лишним. Но это замечательный подарок любителям вот этого милого, я бы сказала, божества, но это не божество, наверное, все-таки. В общем, Тоторо. Его даже котиком-то не назвать. Это же не котик, вот такой пузатый животик. Вот, а когда он стоит на зарядке, включенным, у него есть режим, когда включен в зарядку, пузико светится красненьким. Заряжается быстро, не засекала. Просто хотела с вами поделиться, как идеей подарка. Очень милый. И атмосферный. А уж с Хаяо Миядзаки, я думаю, знакомы очень многие. Его творчество, ну, просто невозможно не любить. А не влюбиться в Тоторо вообще нереально. И усики тут, и глазки. Красота.